Привет. Привет. А мы сейчас находимся возле цирка Шапито. Шапито. И здесь сегодня бесплатное представление от организации, где работает моя Ирочка. И сейчас мы выпиваем по одному стаканчику бесплатно, если хотим продлить, придется платить. И вроде бы будет какая-то еда даже потом, да, Наташа? А это моя новая подружка Наташа. Знакомьтесь, она будет часто в кадре. Да. Да, мы теперь будем часто ее показывать. Смотрите, ребенок залез на... Пускай сидит. Посмотрите, сколько здесь людей. Вот видите, здесь будет цирк. Нет, Шапито чуть подальше. И мы пойдем, там должны быть тоже столики. А здесь вот, послушайте, столько людей пришло. И каждому человеку позволено выпить один стаканчик вина бесплатно. Потом, если вы хотите продолжить, то нужно будет заплатить 3 евро за стакан. Но мы же сюда не пить пришли, правда же? А, Наташа, так цирк. Привет, Даниэль. Привет. Говори, смотри привет. Сюда. Скажи привет. 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 Ира, иди расскажи. У меня. Ира, иди расскажи. Иди сюда. Скажи девочкам, что это, что в честь чего это сделано. Девочки, это Ира. Да, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году 25 лет нашему заведению. Заведению, да. Ее директор, он вот купил вот эти вот места в цирке и всех пригласил нас с родными, с близкими, с друзьями. И мы Вот я и говорила, что это Ирина организация все это делает. И причем это все бесплатно, понимаете? Они выкупили все абсолютно места и для самих работников, и для их приглашенных. И вы посмотрите, сколько здесь 500 с лишним человек, и еще в самом цирке. На 500 с лишним человек будут столики с бутылкой вина, с едой какой-то. Ну, там, что там будет, то будет. Но, тем не менее, я считаю, что это как... Видите, там говорит директор. Девочки, пойдемте, я поснимаю. Сейчас вот там говорит директор, по-моему, я не знаю, ну, во всяком случае, администрация этого дома. Я уже вам говорила, что Ира работает в таком доме, где они досматривают людей, которые уже неизлечимы, которые умрут. Там у нее Ира, где работает, их там 14 человек всего больных, которые помещаются. Такой, знаете, как такой классный дом отдыха, но люди все очень-очень больные. Вот и, короче, они им делают как бы конец их жизни, красивые, то есть ухаживают за ними, кормят их, обезболивают их страдания, то есть и уколами, и своим душевным отношением. И вот там вот, вот, там вот говорит, и вот их... администрация. Ира, это ваш директор? Это Реми, вот это Наташа, это ее муж, это наши новые друзья. Вот они у нас впервые были на праздник Рос, мы подружились и каким-то образом сошлись. И где-то еще бегает ребенок. И вот вы, если кто меня смотрит давно, вот помните, мы в прошлом году с Ирой ездили на такой вечер симфонической музыки в одно шато. В этом году мы туда не попали, потому что Ирина, к несчастью, попала в катастрофу на автодороге, и она была на больничном листе, поэтому как бы было бы не очень понятно остальным людям, почему она приехала, если она не ходит на работу. В этом году не попали, но в следующем году, я надеюсь, мы обязательно попадем. Дети тут носятся. А здесь приехали циркачи, они с разных регионов. И полностью здесь раньше был паркинг, потому что мы сюда приезжали, внучка Мариса Марилу, она сюда ходила. Вот. А сейчас здесь профессиональный цирк. Если я могу что-то вам снять, я вам сниму, но я думаю, что музыка, она вся с авторскими правами будет. Естественно, что... цирк и так далее, они выплачивают это все. Я не думаю, что снять, я сниму, а как там получится, потом посмотрим. Видите, люди аплодируют на то, что сказал коллега. Спасибо.
assez doux parce qu'on a les lumières en plein dans la tribune. Сейчас хорошо виден цирк. Видите, там вдали. Вот сейчас мы туда будем приближаться. Послушайте, а вот там, вот видите, туалеты стоят. Чистые, с водой, с зеркалами, с туалетной бумагой. Вот молодцы, понимаете. Ну, а это, я думаю, у них помещение для тренировок и так далее. Я не знаю, видите, еще одно шапито стоит. Поэтому мы уже приближаемся. Людей очень много, чтобы нам всем попасть за один стол, иначе будет плохо нам потом, если мы не попадем за один стол. Ну и вот здесь, вот видите, как красиво. И самое главное, что освещением здесь занимается будущий муж нашей бывшей жены. Послушайте, вот так вот мы уже встретились тут, поцеловались, он пошел работать. Я говорю, мы когда ты там на нас прожектор наведи, он говорит, хорошо, если ты хочешь. Ой, ну, короче, вот такие дела. Цирк приехал. Вот, посмотрите, вот сколько столиков. Смотрите, как здесь красиво. У нас здесь такой бокс на 6 человек. Мы-то зашли, а где наши, мы не знаем. Смотрите, какая теперь очередь. И вот так вот поднимается. Короче, мы потерялись. Вот это я понимаю. Вот я даже вам смогу здесь снимать, только потом, наверное, музыку. Вон Ира моя. Представляете, куда нас тут водят? В такие заведения. Представляете? Людей, конечно, море. Море. Ну, послушайте. Короче, за ваше здоровье. Спасибо, Ира. Пожалуйста, я рада вас видеть. Спасибо, Ира. Потому что я хотела видеть. А люди все еще никак не зайдут, а мы тут уже вообще выпиваем, представляете? Представление начинается. Видите, шар ползет. Thank you.
штанами нежными выдали дождевики. Thank you.
Смотрите, мы вернулись из цирка, посмотрите, какие у нас тут расцвели наши колокола. А пахнут девочки, это к Бургмансе. Вот два цветочка, а пахнет на весь двор, на всю террасу. Боже, красота! Капризное очень растение, очень капризное, требует много воды, но зато когда цветет и пахнет хорошо, красота.